всякие книжки. Умным быть полезным, потому что у него развиваются мозги и все понимаешь. Это уже хорошо учиться в школе, в колледже, в институте. И у тебя будет все хорошо в жизни. Чтобы знать, если тебя спросят какой-нибудь пример, и ты не знаешь, а если ты умный, тогда ты можешь ответить очень легко. Когда ты умный, на работе у тебя все хорошо. А если ты глуповат, тогда у тебя ты ничего не знаешь. Надо побольше книжек читать, что-то узнавать. Больше книжек надо читать, чтобы умнее стать. Но чтобы получить хорошую работу, чтобы быть умным, чтобы получать пятерки в школе. Чтобы в жизни все было хорошо, надо быть умным. Можно там порешать кроссворды и подумать, как сделать там что-то, порешать задачки, порешать примеры на умножение на минус, на плюс. А если ты хорошо учишься в школе, ты там, ты можешь устроиться на очень хорошую работу. Надо читать сказки, надо еще писать красиво еще, чтобы было образование хорошее, чтобы ты стал хорошим человеком, чтобы там в жизни все было хорошо, это может пригодиться в жизни. Надо хорошо учиться, хорошо читать. А чтобы не попортить зрение, надо читать правильно, а не сильно близко, не наклоняться к тетрадке. Например, спросят что-нибудь, например, сколько будет 3 плюс 2? Это чтобы не просто стоять и молчать, сделав какой-нибудь там вид, а быстренько сказать. Надо учиться хорошо и слушать учителя. Ну, вообще, зачем это нужно? Вот, чтобы в институте хорошо это научиться и поступить на самую лучшую работу. Просто, если человек вырастет, это ничего не учил, он просто будет глупый, как ребенок. Это надо учиться, читать книжки. Нужно быть умным для того, чтобы считать билеты и деньги. Это хорошо учиться, получать хорошие оценки. Но в работе больше труднее, чем в школе. Потому что если что-то не будет не так, это не как в школе. Могут даже лишить премии немножко. Я на все оставшиеся деньги куплю что-нибудь еду. Надо хорошо учиться и получать в школе одни пятерки. Глупых могут на работе уволить после первого дня работы, потому что они все делали неправильно. Это надо хорошо учиться на пятерке, на четверке. Человек тот очень хорошо учился и стал умным. А глупо он учился только на двойке и на тройке. У одного человека будет работа хорошая, будет получать зарплату очень хорошую, а второй плохую. В школу ходить и книжки читать, чтобы образование получить. И если ты не будешь умным, ты не пойдешь на работу и не будешь знать все. Но если ты будешь неумным, ты не сможешь там работу свою сделать там. Людей как правильно учить. Надо учиться хорошо и учиться на одни пятерки. Получать много денег и работать на хорошей работе. Если ты хорошо работаешь, тебя повысят. И ты станешь еще хорош, еще лучше работать. Надо столько всего учить, аж перегрузки начинаются. Ты, например, сначала почитал, потом географию изучил, потом математику русский сделал. И ты устанешь от этого. Да, заболит, что всего думать и это все запомнить. Я глупых очень много. Не хотят кто-то заниматься, это в большинстве людей. Мало кто хочет сейчас заниматься.